Приветствую вас, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор каталога номер 2 от Oriflame. Удивительный каталог, потому что он у нас стоит на преддверии праздников. Это День влюбленных, будет 14 февраля, и следом мы уже готовимся ко Дню защитника Отечества, который будет 23 февраля. Компания уже приготовила для нас много наборов, сюрпризов, подарочков, которыми нужно запасаться. И я начну с самого удивительного аромата, который потрясает, наверное, зачаровывает и мужчин, и женщин. И в этом каталоге оно выходит в необычном просто дизайне, и это будет парный аромат сразу, и женский, и мужской. Я вам покажу только женский. Обратите внимание, какой шикарный флакон. Боже мой, как его приятно держать в руках. Волшебная золотая крышечка. А аромат все тот же, знакомый, любимый многими. Классный. Обратите внимание обязательно на акцию. В этом каталоге только можно приобрести ароматы и мужской, и женский со скидкой 50%. Участвуйте в этой акции обязательно. Сейчас расскажу, что у нас есть очень вкусненького для макияжа глаз. Вышла новая тушь, объемная, для классного макияжа Smoky Eyes с необычной кисточкой. Она будет прекрасно прокрашивать реснички и давать им необходимый объем. И то, что необходимо для классного макияжа, это тени-карандаш. Просто бомбовые тени. Три оттенка, начиная от светло-серого и заканчивая угольно-черным. Просто огонь! Просто огонь! Можно сделать шикарный макияж. Что мне понравилось в этих карандашах? То, что их не надо точить. Тени выкручиваются понемножечку или убираются. И при этом у вас всегда будет с собой потрясающий помощник, чтобы сделать свои глазки выразительными, очаровательными, и чтобы на День влюбленных он просто не устоял. И для девочек, конечно же, будет интересна такая новая палетка теней, тени теплых оттенков. Есть два оттенка матовых, даже три еще, светленький, белый, и остальные с легким атласным шиком. Оттенок теней очень приятный, такой пастельный, можно сделать легкий нежный макияж, подчеркнуть свои глазки, теплоту своих глаз, я бы так сказала. А серия Giordani нас радует новой пудрой. Конечно же, как всегда, в шикарной коробочке черной с золотым. И сама пудра, это как слиток золота. Посмотрите, как это красиво. Это приятно держать в руках. И, конечно же, все обратят внимание, когда вы достанете такую прелесть и захотите немножечко припудрить свой носик. Здесь приложена пуховка. И качество пудры просто волшебное. То есть она шелковая, прекрасная, незаметная на лице, и при этом она будет скрывать все недостатки и подчеркивать только достоинства. Ведь каждая девушка хочет быть красивой, как с обложки журнала, а при этом не нужно затрачивать много усилий. Вы можете все сделать дома с помощью таких вот шикарных средств. Тени, тушь объемная и пудра. Также для девочек, но у нас представлена новая коллекция кружева. Это вот такой кусочек мыла и крем для рук. Мыло, естественно, в форме сердца. Такое ароматное. Я его просто держу в руках и уже чувствую тонкий, приятный, нежный аромат. Крем. В таком же флаконе, шикарный дизайн, кружево. Его прям чувствуешь на ощупь. То есть оно такое не просто гладкое, а очень приятное. Крем. Как лосьончик, гладенький. Сейчас мы его попробуем. Небольшое количество. Такой тонкий-тонкий, нежный аромат. Прекрасно впитывается. Я очень люблю такие текстуры, которые вот, ну, не липкие, а чтобы вот нанесла, и сразу он исчезает, этот крем, и можно уже сразу заниматься какими-то делами, трогать там вещи, то есть не оставляет никаких следов. Ой, какая прелесть. Такие ручки захочет поцеловать любой мужчина, поверьте мне. А для мальчиков у нас тоже есть сюрпризы. Это новый дезодорант шариковой серии Soul. Обратите внимание, только в этом каталоге представлен набор по очень выгодной цене от Димы Билана. Тоже многие полюбили уже этот аромат. И я думаю, будет прекрасным дополнением это обновить парфюм. Наверняка уже закончился. И как бы в подарок у нас получается спрей-дезодорант, чтобы усилить аромат парфюма и продлить его на весь день. Для мальчиков у нас вышла новая серия Nord.
Она представлена несколькими продуктами. Пена для бритья, лосьон после бритья, шампунь для волос и тела и прекрасный слиток. Это кусочек мыла. Такой чисто мужской брикет. Оно прозрачное и просто шикарно пахнет. Просто шикарно. Если честно, я бы сама таким мылом пользовалась, потому что аромат с нотками цитруса, свежести, такого вот бодрящего аромата. И такие кусочки очень надолго хватает. И самое главное, он не будет раскисать в вашей мыльнице. И ваш мужчина будет всегда с удовольствием благодарить вас за то, что вы о нем позаботились. И обратите внимание, только в этом каталоге действует супер предложение, где вы можете целый набор купить просто за копейки. Но этот секрет я вам раскрывать не буду, чтобы вам захотелось побыстрее полистать весь каталог. Для мальчиков у нас также есть визитница. Очень красивая стильная штучка. Сюда вкладываются визитки. Она на магните закрывается. Такая прелесть просто. У нас и такая тачка шикарная для мальчиков. Я думаю, вы уже догадались, что это USB-разветвлитель для флешек и переходник. Очень оригинально сделано. Будет необычный подарок для наших мальчиков. И вот такая кружка стильная, черно-белая, инь-янь. И к ней прилагаются два мелка. Зачем они нужны? Просто, чтобы вы могли оставить послание своему любимому, если вы, например, хотите ему выразить свое чувство. Ой. Например, вы рисуете такое сердечко, наливаете в него ароматное кофе и несете своему любимому, чтобы он принял чашечку кофе прямо в постели. Я думаю, будет приятное продолжение. Мелок мы убираем. Для девочек. Для девочек у нас вышли новинки. Не могу устоять и в первую очередь покажу вам вот эту сумку-клатч. Ручка может быть полностью снята. То есть такой карабинчик отстегивается. Здесь удобные есть такие отверстия, куда вставляется. То есть можно и на плечо вешать, или носить как клатч, просто в руках. Потрясающе на ощупь. Такое чувство, что это очень дорогая выделанная кожа. По ощущениям, на клепочке. Внутри у нас два кармашка и один карман на молнии. Все это застегивается на удобный магнитик. И сумочка в очень красивом цвете сделана. Вот этот оттенок изумрудного, он не берет на себя много, да, цветовой такой загрузки. А есть здесь и белый оттенок, и темно-синий. Все вместе в сочетании это выглядит просто безупречно, очень клево. Есть такая же точная копия, это визитница, маленькая такая, можно и как кошелечек использовать, или для визиток, или для карточек, которые должны быть у девочек. И к этому набору у нас идет шикарный шарф, который, в принципе, можно использовать и отдельно, и для других вещей, потому что он очень гармоничный, он не яркий акцент, он очень спокойный, нежный такой, подобраны мягкие оттенки серо-зеленого цвета, мягкий коралловый, изумрудный, то есть такие оттенки очень мягкие, богатые, и в то же время шарф просто уютный, то есть в нем нет склизкости, он такой мягкий по ощущениям, теплый, согревающий. Я очень люблю такие вещи, комфортные, поэтому думаю, что вот этот шарфик, он будет прекрасный таким жильцом моей коллекции шарфов и парео. Я такие вещи обожаю. И это еще не все. Также у нас есть большая сумка. Сумка-мешок, я бы ее так назвала. Как мешочек, ее можно носить на плече. То есть она очень уютно будет у нас спрятаться под рукой. Сумка вместительная, как раз для девушек, которые любят с собой носить все необходимое. А вдруг это называется, и вы открываете сумку, и здесь начинают всякие чудеса этой сумки. Внутри она с хорошей подкладкой в горошек. Есть также карман на молнии и два кармашечка для всяких мелочей. И к этой сумке у нас есть обложка для паспорта. Паспорт должен быть с собой. Вот так вот вышла в магазин, да? А вдруг в Париж улетела? На всякий случай. Выходим, берем с собой паспорт. И также этот шарф подойдет у нас и к этой сумке, будет прекрасно смотреться. К
Ко дню влюбленных у нас компания приготовила вот такую вот штучку. Не подумайте, что это ожерелье или бусы. Это украшение. Вы знаете, за границей уже давно модно украшать. Ну, то есть, традиция украшать дома к празднику всякими уютными штучками. А у нас это только-только входит в обиход. Обычно украшают только к Новому году. А здесь день влюбленных. И у нас такие прекрасные сердечки, которые горят. Видите, они прекрасно светятся. Можете, конечно, нарядить себя в эти сердечки, обмотаться. Будет тоже оригинально. Но также можно украсить где-то помещение. Так. Вот сразу. Горит, не горит. И еще у нас есть ко дню влюбленных вот такой помощник. Это силиконовая основа, в которую мы заливаем шоколад в виде сердечек. И потом мы их собираем, эти шоколадные штучки, и делаем очень красивые формочки, то есть, чтобы украсить стол. Ну и пригодится также, кстати, потом для заморозки льда. Конечно, льдинки будут достаточно крупные, но все равно. И еще у нас есть одна вещь, которая, вы видите, очень классная у нас висит в телефоне. Это такая вещичка интересная. То есть, с одной стороны, мы можем протереть телефон, то есть очистить его от загрязнений и пыли. А с другой стороны, если мы его так откроем, то мы можем поставить телефон, как подставка он будет использоваться. И вот эта самая штучка, на которой у нас держалась в телефоне, чтобы не потерять, можно использовать как стилус. Вот такая вот необычная вещь. Классная, прикольная, тоже будет необычным подарочком для наших мальчиков. И для девочек у нас есть шикарный набор Мехико. Набор, название говорит само за себя. Вы видите, как это очень красиво и стильно. В набор входит ожерелье, серьги, такие гвоздики очень красивые и стильные, и три браслетика, которые одеваются одновременно, очень такие необычные, дизайнерская, красивая, необычная дизайнерская вещь. И второй набор Infinity выглядит, знаете, так серебро, ну как будто вот с морозным таким вот инеем, вот туда морозом его тронули. Это браслетик оригинальный, очень такой красивый, серьги, полукольца с жемчужинкой. И что меня удивило, необычное ожерелье, как оно необычно одевается. То есть у него есть цепочка, которая проходит аккуратненько у нас в такое колечко. И когда вы одеваете на шею, потом просто пропускаете жемчужинку в это колечко и регулируете уже как вы хотите, и потом также удобно снимать. Очень красивая вещь. Также в этом каталоге хочу обратить ваше внимание, чтобы вы случайно не забыли и не прошли мимо. У нас представлена целая коллекция моих любимых лаков из серии The One. Обратите внимание, шикарная цена и шикарные оттенки. У меня как раз на ногтях один из них. Это очень такой глубокий зеленый цвет, очень мой, один из моих любимчиков. Шикарные лаки. По вкусной цене у нас представлены помады Giordani. Тоже я поклонница этой серии. У меня есть несколько оттенков помады, потому что она прекрасно лежит на губах, ухаживает за губами. Огромные скидки на блески. Блески вот с такими мягкими, уютными кисточками, которые прекрасно лежат на губах, увлажняют их, питают. И просто непередаваемо привлекает внимание к губам. У нас шикарное предложение на средства смягчающие. Всего по 69 рублей такие вот прекрасные бочоночки с медовым, смородиновым ароматом и с нейтральным. Обязательно запаситесь. Такая штучка должна быть у каждого, потому что можно прекрасно ухаживать за губами, за локтями. У кого пяточки лопаются. Все, что у вас вот шелушится, трескается, что нужно смягчить, смягчайте, используя вот это вот прекрасное средство. В этом каталоге вы найдете три парфюма в таких вот маленьких коробочках. Небольшая упаковочка по 15 мл. Три аромата, которые очень удобно взять с собой в путешествие. Он небольшой, но он полнофункциональный. То есть у него также есть распылитель. То есть это духи, но маленькие. Очень удобно и уютно. И
один из моих любимейших наборов, это серия для ухода за волосами мед и молоко. Обязательно берите в наборе, потому что выгодное предложение, перед которым просто сложно устоять. Здесь шампунь и кондиционер. Особенно подойдет для обладательниц сухих волос или склонных к сухости, у кого сохнет голова, потому что мед, он прекрасно увлажнит, успокоит ваши кожу, головы и волосы, смягчит их, волосы будут такие блестящие, такие красивые, сияющие, что вы просто влюбитесь в эту серию раз и навсегда, как и наша семья. И на этом наш обзор закончен. Спасибо вам огромное всем за внимание. Я вам желаю быть всегда счастливыми, красивыми, ухоженными, успешными, чтобы каждая покупка в каталоге Oriflame приносила вам очень много радости и результата, чтобы вы всегда были довольны. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!